Мы продолжаем рассказывать, как пандемию переживают в других странах. Наша коллега Елена Равдель, когда-то она работала на самарском телевидении, вот уже 2 года с супругом проживает в Израиле. На карантин эта страна ушла с начала марта, число заразившихся превысило 12 тысяч человек. Но несмотря на ограничения, с которыми сейчас приходится сталкиваться людям, по мнению Елены, жизнь и настроение израильтян не сильно поменялись, разве что они стали ближе к природе, а природа к ним. Да, улицы городов, безусловно, опустели. Мы живем в Бат-Яве, здесь довольно протяженные набережные, большие пляжи, и, как вы видите, за мной сейчас практически никого нет. Друзья прислали нам видео из своих городов, там примерно такая же картина. Улицы городов пусты, люди стараются соблюдать режим изоляции и как можно меньше выходить на улицу. Закрыты крупные торговые центры, детсады, школы, театры, кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, даже синагоги. Но здесь живут довольно открыто. Распахнутые настежь окна, громкие разговоры по телефону, очень много музыки и очень много общения. Выходить можно, нужно выходить в магазин ближайший, в аптеку, ну и гулять с собакой. Но только кто же вам считает, сколько раз в день вы туда вышли и на какое расстояние от дома вы удалились, гуляя с собачкой? Люди, конечно, выходят погулять, но когда их становится много, приезжает полиция и довольно громко, эмоционально разгоняет нарушителей. Кстати, пользуясь тем, что на улицах меньше людей и мало машин, стали посещать города дикие животные. Хайфе – это кабаны, даже иногда с поросятами. В Тель-Авиве и Рамат-Гане – это шакалы. В Бершеве – это гиены. В Иерусалиме очень много дикобразов. И в Эйлате – это горные козлы. Число заболевших пока растет. Это, конечно, не радует. Но среди наших друзей и многочисленных знакомых заболевших нет. Продукты есть все и в неограниченном количестве. Единственное, что при входе в магазин вам могут отмерить температуру. Елена Равдель, Бат-Ям, Израиль. Специально для телеканала «Самара Гис».